Обшуки в центральному офісі житлового комплексу «Чайка». Уже вкотре працівники прокуратури приходять з постановами до товариства з обмеженою відповідальністю «ОМОКС». Що намагалися знайти та чи законні взагалі дії правоохоронців – дивіться далі. Тут не может быть вообще следственные действия проводятся. Такого документа. Его не может быть, он должен пройти три стадии. Ось так розпочався ранок у ТОВ «ОМОКС». Правоохоронці прийшли з обшуком. Керуючий власник девелоперської компанії Олексій Кулагін розказує, шукали те, чого не існує. Прийшли з постановленням на обиск. Я почав виясняти, що це за постановлення. Где-то полгода назад я видел в ЕРДР, там открыто было уголовное дело по поводу захвата земель ДОСАВ. Вот аэродром, автодром. Вот, и проходило, тоже видел там мое предприятие. Так как я к этому вообще никакого отношения не имею, и, то я вот эту запись о моем предприятии воспринял, ну, как бы, как весьма некомпетентное изложение следователя. Ну, такого документа, который бы дал мне право на землепользование на аэродроме, быть не может. Почему? Потому что он должен пройти для того, чтобы у меня появился 5 факторов. ДОСАФ – это коллективный орган управления, у них управляет и принимает решения съезд. Так как они не являются собственниками земли, он у них в акте, по акту постоянного землепользования, то собственником земли является администрация села. Для того, чтобы провести в отношении своих земель, прежде чем отказаться в пользу кого-то, такое решение, они должны и спросить согласие на это все у местной администрации. Местная администрация тоже не принимает такое решение сразу, она должна провести сессию, дать погоджение на рассмотрение этого вопроса на съезде ДОСАВ. Съезд ДОСАВ принимает решение вообще рассматривать этот вопрос, но еще не решение отказаться от землепользования. Если он рассматривает этот вопрос и дает мне согласие на приобретение какой-то части земли или управление какой-то частью земли их, да, то он мне дает согласие, на каких же условиях я буду это делать. Вот, если мы дошли до условий, то я должен с этими условиями прийти в село и попросить право на разработку земельной документации. Это все голосуется сессией. После того, как мне дадут право на разработку технической документации, я должен потом ее разработать и утвердить опять на сессии. А только потом на третьей сессии мне должны дать разрешение на оформление акта землепользования. То ли договора суперфиции, то ли субаренды, то ли еще чего-то такого. Вот. То есть это должно пройти, вот чтобы это все оформить, это как минимум, ну, где-то месяцев 8 должно пройти. Но тем не менее, вписано, что у меня уже есть акт, который оформлен. Хотя если любой следователь прокуратуры, нотариус или регистратор может открыть базу официальную Минюста, но я не верю, что нету официальной базы в Генпрокуратуре. Открыть и увидеть, что вся земля та, которая должна была быть у ДОСАФ, она и остается у него в землепользовании. И никаких других землепользователей нету. Кроме того, надзор есть за законностью на местах, это местные прокуратуры, районные, городские, областные. Они как раз надзирают за всеми решениями, которые принимаются сессиями, и дают им оценку, законно это или нет. То есть есть масса контроля, который доказывает, что то, что ищет, вот, тема обыска, которая сегодня проходила, это вообще невозможно, не может быть этого. В то же время, несмотря на все заперечения, несмотря на то, что я предоставил даже вытяг сегодня на 9:30 утра, что не может быть того документа априори, который написан, что должны найти у меня в офисе, да, обыск все-таки провели. Олексій Кулагін розказує, протягом останніх років майном ТОВ «ОМОКС» намагаються заволодіти партнери по обслуговуючих компаніях Андрій Шишов та Павло Климець. Я розумію, що це приказ. Да, уже 2 роки на моє предприятие оказується постоянне давлення силовиків. Все вопросы, которые были подняты, у меня как минимум 2 решения суда в пользу моего предприятия.
все претензии, которые предъявляют ко мне кукушата, это, ну, рейдеры, которые пытаются влезть ко мне и вытолкнуть меня отсюда, они тоже уже решением суда признаны никчемными, да? Но давление продолжается. Целые группы людей созданы, которые работают на рейдеров. Это Шишов Андрей, да? Это Климец Павел. Вот. Это вот голова села Кадепский. Он основной соучастник. Подделки документов, фальсификации фактов. Вот эти люди, это пул, естественно, самый большой пул – это Шишов и Климец. А пособники – это вот администрация села, часть депутатов, которые рукоподниматели, да? Як заявляють власники девелоперської компанії, у хід йдуть різні методи, починаючи з підробки правоустановлюючих документів і підкупу суддів, закінчуючи організацією безлічі перевірок на підприємстві і навіть фальшивих акцій протесту. Ну так люди устроєні. Вони хочуть те, що хороше. Тобто я от создав хороше, да? Создав этот комплекс. Правильный подход к строительству создал. Создал градостроительную основу в виде инженерной инфраструктуры. Им тоже такое хочется. Сами не могут, давай заберем у Кулагина. Я ничего никому не отдам. Вот, пусть будут уверены. Почему? Потому что я веду борьбу не за деньги, не за территорию. Я веду борьбу за свою честь и честь всех застройщиков этой страны. Мы единственная структура, которая сейчас работает с внутренними инвестициями. Единственная структура, все застройщики, в кого еще верит народ. Почему? Потому что они покупают квартиры, которые мы строим. Нам очень трудно, потому что в ответ на доверие граждан мы должны приложить все условия, усилия, чтобы оправдать это доверие. За словом Олексія Кулагіна, він пережив уже кілька спроб з боку зацікавлених осіб привласнити його бізнес. Що стосується цього обиску, люди розуміли, коли приступали к обиску, що нічого вони не знайдуть. Цього документа не могло существовать апріорі. Но тем не менее они осмотрели обыск, посмотрели все, осмотрели все-все абсолютно документы, все папочки и, естественно, ничего не нашли. Олександра Булгакова, Мирослав Павлов, новини «Правда тут».